Это прикол. Чё это за прикол-то? Свинья-паук. А чё он тебя не трогает? Потому что он с приколом. Привет, мужик. Как вы подружки? Майни вновь с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на видео с канала Фыф-фыф. Называется «Что выберут ютуберы в Майнкрафте?» Домер, Неркин, сосиска, фир-фир-фир-фир. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что... Потому что у него появился магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в Майни Шоп уже скидки. Поэтому, ребята, донаты, Steam пополнение, всякие геншины. Приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. В этом ролике я позвал на сервер 4 разных ютуберов, и им предстоит делать различный выбор в Майнкрафте. Какой же выбор будут делать ютуберы? Смотрите до конца, чтобы узнать. Но перед тем, как мы начнем, я хотел попросить вас подписаться на канал, если вы до сих пор не подписаны. Конкурсы, это вода. Давайте ставить ваш лайк. Интересней. Давайте постараемся набрать под этим роликом 30 тысяч лайков. Ну и также еще не забывайте включать колокольчик на все уведомления, чтобы не пропускать новые видео. Приятного просмотра! Ну что, Домер, привет! Привет, Фыф-фыф! Привет, привет! Здорово, здорово, всем привет! Добрый день, здравствуйте, я готов, мистер! Показывайте, что я должен делать и где я буду выигрывать деньги. Ну, касаемо денег, тут как бы... Не понял. Давай, тебе нужно, получается, просто делать выбор. Что ты? А это что, не мистер Бист? Ну слушай, вот какой нормальный человек выберет деревянную кирку, когда ему предлагают алмазную? Ну не знаю, не знаю, ну мало ли, всякое бывает. Вдруг нужна именно деревянная, вдруг в печку нужно что-то переплавить. Вот понимаешь, и тут деревянная понадобится, а алмазная не помогла бы. Ну, ничего, сломаю печку и зато буду с алмазной киркой, поэтому... О, кирка. Слушай, ну мне кажется, ты по-любому какой-то подвох, я, наверное, выберу деревянную кирку, потому что алмазная, мне кажется, какой-то подвох будет. Ну, алмазную, конечно, выберу. Опа. Слушай, зная тебя, ты парень не тупой, у нас есть деревянная кирка, то есть это что-то, оказывается, что-то такое тупое, непонятное, никому не нужное, да? Можно сравнимо с золотой киркой, да, вроде бы эффективная, но толку от нее ноль. Есть алмазная кирка, которая лучше, которая классная, которая 100% что-то хорошее даст, и тут мы можем понять, что у тебя включилась реверсивная психология, да? Соответственно, я должен выбрать кирку, деревянную кирку, но... Включилась двойная реверсивная. А потом тройная, четвертая, и тупо рекурсия. Ты шарил, что я за это шарю, и я выбираю алмазную кирку. Повезло, хорош, повезло. Хорош, есть, хорош. Так, подожди, нет никакого подвоха, мне придется обсидиан добывать деревянной киркой. Колокольчик. О, оп! Ничего себе технологии тут у тебя. Все, есть. Хорош. Я сделал правильный выбор. Ну ничего, когда-то он добьет. О, я сломал, алло. Приди, фыф-фыф. Так, подожди, я успел себе уже сделать чай, чтобы ты понимал, пока ты добывал этот обсидиан. Итак, сосиска, вторая комната, что ты выберешь? Консервная банка или рай для ушей? Что в жизни человеку важнее, да? Вот без чего он прожить не может. Нафига рай для ушей, если можно поесть? Уверен? Да. Что может вообще значить консервная банка? Ну какая-то типа там а-ля сюрстрёминг, килькавтомат. Я люблю такие штуки, мне нравится. Не сюрстрёминг я не пробовал. А есть рай для ушей. И зная, что это 100% какая-то фигня будет, там какой-то будет крик, наверное. А, или наоборот. Или наоборот. Все-таки давай я выберу рай для ушей. Ну в тот раз я выбирал красное, и мне не понравилось. Хотя в этот раз, может быть, красное это мне понравится. Консервная банка или рай для ушей. Но я, наверное, выберу консервную банку, потому что она явно полезнее, чем вот это вот. Ну, кстати, вот это интересно. Консервная банка это может какой-то быть предмет, а вот рай для ушей это что-то интересное. Ну ладно, пофиг. Шо? Консервы меня еще ни разу не подводили. Давай! Мужики! Чё там, как с мужичками, как в консервной банке себя ощущаешь? Подожди, то есть это и есть консервная... Нормально, с мужиками, вот так, а в чём минусы-то? Мужиками в баньке, водичка. Нормально, себе еще голые были бы вообще. Банка, да? И знаешь, есть вот килька, и она находится в банке, в консервной. Да, вот ты, по сути, сейчас как в консервной банке. Слушай, я думал, меня тэпнет реально в консервную банку, и там рыбешки будут плавать живые. Это самая лучшая музыка, боже! А она есть в Spotify? Как ты в рай для ушей? Вот это бит. Освободи меня, еще стекло это без остановки ломается. Грудь. А
как выйти отсюда? В этом и суть, чтобы ты себя ощущал, как в консервной банке. Ну ладно, ладно, извините, проход есть, мужики! Я почему-то думал, что может быть 100% такой, но я думал, ты не подставишь настолько сильно. Это хорошо было, это было хорошо. Да лучше банку выбрал. Давай дальше. Здесь вариант уже попроще. 30 змей, либо 100 крыс. Подожди, ну мне интересно на 100... Блин, что-то не очень, если честно. Крыс поглядеть, потому что их, ну, большое количество, и мне, ну, они ж маленькие, они как выглядят. Слушай, ну давай попробуем, мне интересно. Нужно бороть свои страхи. 30 змей. Наверное, лучше змей. Эники-беники, ели вареники, эники-беники. Хрясь, вышел веселый матрас. 100 крыс, я не знаю, почему так вышло. Удачи! Так это же чешуйки. Угу! Давай, сосиска, так давай, я не победил 100 крыс, сможешь. Я не смогу. Победю! Они тебя ждут, они тебя ждут! Я их не люблю! Они еще бьются! Да, да, их да! Их еще да, больше! Да, давай, 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 давай! А как их убить? Как убить? Ой, ай, ай! А все, у меня меч отобрали, все, нету меча. Все, я сдох. Давай, 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 я давай! Я прям в логово пришел! Ты в самое логово, ты в самое логово зашел! Отстаньте! Ты в самое логово зашел! Ай! Чумная, сойдите в пень, вы чумные крысы! А да они не умирают. Это прикол какой-то, я 3 раза короче, ударю. Никто никого не убьет. По нему. Я просто ненавижу змей. Настолько стильно это возможно, настолько сильно их ненавижу. Я каждый раз сажусь на туалет, и у меня каждый раз включается эта фобия, что может из туалета вылезти змея. Я тебе отвечаю. Класс. Реально? Да, серьезно? Каждый раз. 50 пауков или... Это как в этом было, в Джоджо. Они с приколом. Я выберу плавательные приколы, потому что я, ну, пауков я сам, знаешь, не люблю. Не, сражаться не хочу. Лучше плавание с приколом, наверное. Я хочу больше прикол с плаванием. Я только что пообжимался со 100 крысами. Поэтому, мне кажется, любой бы нормальный человек выбрал бы плавание с приколом. Поэтому, идти. Ой, нет. Все, 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 все. Че такое? Не-не-не-не-не. Давай. Кто меня убьет, зарежет. Он тебя не трогает, он тебя не трогает. Да ты еще, какие приколы. Он там... тебя не трогает, больше бы 30 трогает. Пауков, да это мутант какой-то, ты угораешь. Что там такое? Там огромный паук, да? Блин, оно бьется, оно дерется. Здесь паук, я же не выбирал пауков, что это такое? А что это так? Это прикол, Фер, это прикол. Что это за прикол-то? Свинья-паук. А что он тебя не трогает? Потому что он с приколом. Привет, мужик. Как вы подружились? Реально, что он тебя не трогает? Нафига? Нафига надо было будить прикол? Что это? Ой, блин. Мне свинью жалко, не хочу задеть ее. Хорош, хорош. Жесть, бедный прикол. Мне жалко прикол. Минус прикол. Ты победил! Чё? Каким образом? 10 кроликов или 1 зомби? А, давай зомби одного выберу, давай зомби. Ну, я, наверное, лучше зомби. С одним зомби. Там будет огромный. Да, чё тут. Короче, ладно, 10 кроликов это всё-таки милее, чем 1 зомби. Я выберу одного зомби, всё-таки его легче будет победить. Давай. О, так он маленький. Давай. Где? Да вот, бежит. А, так он маленький. А, всё, ты мой божечка. Я думал, это будет гигантский зомби. Обманутые кролики. Вот такие вот кролики. Так и знал. Позитивные, позитивные. Что-то с ними не так. Следующее, что ты сейчас выберешь. Фу, тошнота на 4 минуты, это жесть. Заходите. Слепота это вообще кошмар. Тошнота тоже не очень приятно. На следующую комнату. Поэтому подумай хорошенько, что ты хочешь выбрать. Не, ладно, выберу тошноту, потому что, ну, хочется видеть, что там происходит. Я думаю, что слепой человек может быстрее пройти испытание, чем если мой экран будет колбасить в разные стороны. Поэтому слепота. Я вырубаю в Майнкрафте вот эти вот эффекты тошноты, потому что меня укачивают. Поэтому я выбираю 100% слепота на 2 минуты, это не так страшно. Слепота, кстати, тоже такое, если я ничего не увижу, а тошнота, ну, просто будет туда-сюда, ну, я привыкну, думаю, лучше тошноту выберу тогда. Давай, окей, выбирай! Окей, подожди, окей. Жизни, так, или пройти паркур. Конечно, присесть! Только что присесть. Блин, это жизнь, 15 раз всего лишь. Ну, паркур, походу, я так не смогу пройти нормально, потому что я тут еле передвигаюсь. Ну, давай тогда, что, нажимай на кнопку. Присядем. Нажимай. Слушай, давай я присяду 15 раз. Я не хочу паркур проходить, мне проще присесть будет. Чем мне? Ну да, реально. Реально? Да, я могу присесть, реально могу. Сейчас, 15 раз. Все вместе с номером присядем. И раз, два, три, четыре, пять. О, спортминутка. Что это за звуки? Это у тебя там колени хрустят или это... Нет, это провод. Я думаю, мало ли. Это провод. У меня бывает коленка хрустит. Старость не радует. 9! 10! Там в отражении мою попку видно. Класс. 15? Минусы. 15! 14!
15. Хорош, хорош, все. Хорош. Хорош, Фир, хорош. Готово. Хорош. Варианты: стать курицей, либо же стать маленьким. Ну, стану маленьким. Я стою маленьким, все. Маленьким, маленьким, хочу быть маленьким. Зачем быть маленьким, если можно быть курицей? Что? Хорош, Домер! Что? Домер превратился в курицу, поздравляю. Все, вот такой вот ты теперь. Кайф. Найти алмаз или пробежать 500 блоков. Я выберу 500 блоков, потому что алмаз мне не везет. Я эти алмазы ни за что в жизни не найду. Поэтому пробегу 500 блоков. Давай найти алмаз. Оп. Ладно, давай, я уверен, что зрители 100% захотят, чтобы я пробежал 500 блоков, чтобы за мной кто-то гнался. 100%. Давай, я выбираю его. Все-таки я курица, поэтому пробежать 500 блоков. Уху! Давай! А я еще и маленький! Давай, беги! Стрёмный! Беги! Вперед! Ну что, Фир, желаю тебе удачи, копайся вниз, ищи алмаз. А, серьезно, просто вниз копаться? Я изначально его испугался, нифига такой здоровый. А, все, он затупил. Чё она остановилась? Победа. У нее бешенство 100%. А, или чума. Да, у нее вот это вот. О, я победил. Сюда. Давай. Есть. Легчайше. Хорош. Легчайше. Давай. Есть, все. Я буду, давай, горячо-холодно. Горячо. Прям горячо. Все, горячо. Тут, горячо. Вот он. Хорош, Фир. Ну что, последняя комната. Что ты выберешь? Спасти кота и собаку, либо... Это как в тупых рекламах или тупых роликах на ТикТоке, типа такого. Спасти. Класс. Ну, если это в Майнкрафте, конечно же, я выберу спасти кошку и собаку, потому что собака, во-первых, она полезна, защищает тебя, а кошка защищает от криперов. А житель, он всего лишь может торговать, и можно найти ту же деревню с жителями, поэтому выбираю кошку и собаку. Ну, наверное, лучше кошку и собаку спасти, чем жителя. Ну, он не всегда торгуется со мной выгодно, поэтому лучше кошку и собаку спасу. Прости, брат, ну так оно. Без шансов. Спасти кошку и собаку, я спасу, получается, две жизни, да? А так, если я выберу спасти жителя, то пострадает и кошка, и собака. А в-третьих, мне не нравятся носатые. О, что это за унижение носатых? Носатого просто бы вот так... И все. Я все-таки спасу кошку и собачку. Я не знаю, ну жители, они просто, ну смотри, носатые челиксы. А вот, ну собачка и песик это святое. О, повезло. Оп. Оп, и все. Эх. Жалко, конечно, этого добряка. Пресс F в комментариях. Пресс F, тупой респект жителю, он пожертвовал своей жизнью. Ради кошки и собаки. Так, ну что скажешь? Что тебе понравилось больше всего? Вот в плане выбора. Отчего ты прям понял, что я выбрал правильно? Вот прям, да, это алмазная кирка. Да никакая на самом деле не понравилась, все какие-то были ужасные. Ужасно в том плане, что они какие-то страшные были для меня. У меня сразу на голове, ну что, я приседал, мне понравилось. Приседать полезно, я полезно. Я не ожидал, что такое может быть. Мне зомби больше всего понравилось. Ладно, ребята. На этом у меня все. Вот такой вот получился ролик. С вами был я, ФФ. Всем пока. Хороший видос. Всем пока. Всем спасибо за просмотр. Просто обычный такой простенький, но хороший ролик. Подписывайтесь на канал ФФ. Делайте свой выбор правильно. И ставьте лайк. Всем пока. Господа, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на ФФ-чика. Подписывайтесь на всех остальных. И также прям мега. Ну как же они могут посмотреть на Неркина? И нажать на колокольчик. И спасибо вам за просмотр. И спасибо ФФ, что позвал меня в этот чудес. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь на ФФ обязательно. Также подписывайтесь на мой канал. Мне было бы очень приятно. Спасибо большое. Всем удачи. Всем пока.